Для меня регулярность – это проблема. Сегодня я хочу этим заниматься, а завтра или позавтра уже угасаю. Не знаю, с чем это может быть связано, но это факт. Причем началось такое явление не так давно. Какая-то апатия. Подскажите, пожалуйста, как с этим можно справиться? Спасибо вам за видео. Первое. Наверное, я не психолог. Вот честно скажу. Второе. Вы, наверное, выбрали не ту тему для канала. Понимаете, вас должно штырить. Если вас не штырит, и сегодня хочу, завтра не хочу, лягте, поспите, все пройдет. Ну и третье. Приходите ко мне на консультацию, где мы с вами точно поймем вашу, так сказать, приходи ко мне на консультацию, получи профориентацию. Пора-барабам.